Всем привет! С вами Ворона Владимир, ник мой на Poker Ability Jaspers. Хочу поделиться с вами впечатлениями по поводу сегодняшней тренировки с Богартом. Ну и, в принципе, организационных моментов, да, которые сегодня были. Ну что, в целом, я перед тем, как начался курс, да, очень много лазил по форуму Poker Ability, смотрел отзывы предыдущих участников со второго потока. А отзывы были различные на самом деле. Я видел даже тех людей, которые бросали курс, перестали выполнять задания. Были, кто были очень, ну, довольны. Поэтому такие ощущения были, ну, разные. Чего ждать? Конечно, ждал только лучшего. Но на самом деле все равно было до конца непонятно. Вот. В принципе, сегодня зашел часов где-то 10:50 на тренировку, да, трансляции еще не было, но народ очень достаточно активен был. Сегодня было очень много, порядка 40 человек на курсе или около того. Ну что, в целом тренировка была классная, интересная, я скажу. Да, мы говорили скорее про такие про теоретические знания, фундаментальные. Богарт хорошо подавал, кто был на вебинаре у Богарта, да, в целом мы касались тех же самых тем, но более раскрывал он их. Да, мы то есть делали какие-то домашние задания, ну, на самом деле домашнее задание дал 5 минут, но в целом их можно было делать там за 2 минуты, это сложно, ну, то ожидание, которое я потом ждал, хорошо компенсировалась та прикольная музычка, которую ставит Богарт. Если он ее скинет куда-нибудь, но я тогда поделюсь, ну, или скажу, что это за песня, я пока не знаю. В целом было много домашних заданий, тренировка шла порядка 3 часов, не скажу, что я сильно прямо за нее устал, потому что не так уж много-то и думал по-хорошему, да, больше впитывал информацию, то есть больше был такой входящий от меня поток, нежели там сильно исходящий. Что понравилось? Понравилось то, что, ну, интересный материал. Все визуально было более-менее представлено, был интерактив, постоянно вопрос с чатом, народ был очень активен, и это было приятно. Что из минусов, да, отметить, ну, на самом деле, да, я, может, отметил те задания, которые можно было сделать за, там, за 1-2 минуты, народ там давали 5 минут. Ну, это, на самом деле, такие мелкие, ну, то есть, такие, ну, это мелочи, в общем, на самом деле. Из организационных моментов, что очень сильно понравилось, то, что нам дали кураторов. Я сначала очень скептично, зачем кураторы, что это такое. На самом деле, очень прикольная тема. Нам дали куратора Виталия. Я не знаю, кто другой, но Виталий, на самом деле, очень хорошо себя проявляет. Он, ну, то есть, он постоянно в режиме онлайн с нами в скайпе, да, с нашей группой. Постоянно там отвечает нам. Они сделали, ребята, рекомендации, то есть, каждый от себя что-то. Вот мне очень понравились рекомендации Виталия, потому что он касается не только покерных тем, да, но и дает совет с точки зрения питания, с точки зрения физических нагрузок, да, которая будет позволять постоянно быть в энергии. Ну, то есть, такие очень хорошие темы. На самом деле, я об этом тоже думал. И очень было приятно, что, в принципе, ну, вот, нашел такой с ним линк, да, где мы будем, ну, то есть, я могу у него спрашивать. Также договорились о том, что я буду также свои физически, там, то, что буду делать какие-то упражнения, что-то смотреть по питанию, развиваться, буду отражать это все в своем блоге. Заходите на форум, читайте, это будет на самом деле интересно, я обещаю, потому что я буду писать всю свое развитие, не с точки зрения покера, но с точки зрения своей такой второстепенной цели убрать свой маленький животик, и поэтому буду делать какие-то упражнения и буду смотреть питание. У меня не такой большой бюджет с точки зрения там ПП, да, правильного питания с едой, но тем не менее буду что-то смотреть, что-то полезно для головы, и, ну, опять же, по упражнениям, потому что в домашних условиях без зальчика, поэтому заходите на форум, да, будет интересно, буду показывать свою динамику. В целом, что еще, да, сейчас уже 10 час, мой день не заканчивается, я сейчас сяду за то, чтобы заняться около такими покерными темами, как мне нужно строить банкролл, настроить будут хады,
И мне нужно будет настроить вспомогательные всякие приложения, сделать депозитик, да, сделать свою норму сегодня 2 часа покатки, ну, сегодня с одним столом играть, да, потому что очень хочу писать по ноте, посмотреть, как люди реагируют, и буду, ну, пытаться что-то уже делать более-менее серьезно, нежели я делал раньше. По самом деле, пока не знаю, что еще сказать. Первого дня остался очень доволен, мне интересно. Спасибо кураторам, спасибо Богарту. Заходите на мой блог, и, ну, будет прикольно, в общем, будет прикольно, обещаю. Если у вас будут какие-то комментарии, пишите на YouTube, я обязательно буду прислушиваться, будет какой-нибудь экшен, вот так что, ну, в общем, прям пока, всего хорошего, всем до свидания, до завтра.